татами судья правит остановить поединок из-за нелепого, нечаянного подскольжения спортсмена. Первого раунда.
до конца первого раунда. Thank you.
секунд до конца. Работай, поехали!
Рамазан! Рамазан! Мужчина! Большим преимуществом Гаджиев. Почему? Могу объяснить. Значит, в последнем экстра-раунде три удара, вернее, два удара было у Данияра. Значит, три раза он держался за сетку, из-за этого не было броска. После третьего раза все-таки бросок был произведен. И сверху доминировал спортсмен, ну как, Гаджиев. Вот в результате с минимальным преимуществом. Первый раунд Гаджиев выиграл, второй раунд выиграл Данияр. А последний раунд не объяснил. Пожалуйста. Восьмигодник приглашается для награждения. Главный судья соревнований, вице-президент, первый вице-президент Федерации боевого самбо Российской Федерации Валерий Валерьевич.